Это биочип? Нет, блядь. Третий месяц беременности. Очень смешно. Шутки шутками, но выглядишь ты хреново. Сука! У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла, ебать Арасаку. Бла-бла-бла, взорвать Микоши. Ты че, правда превращаешься в меня? Ну ты как, готова? Не скажу, что я рада. Ты ебаный манипулятор, циник и эгоист. Ты открываешь рот, только чтобы кого-нибудь облить грязью. Но когда нужно, мы же нормально общаемся. Может, пора чуть больше мне доверять? Знаешь... Иногда ты бываешь просто очарователен. Харизма так и бьет. А потом я вспоминаю, что ты взорвал ядерную бомбу в центре города. И ни на секунду не пожалел об этом. Мне нужно было только уничтожить Микоши. Поэтому я оставил Арасаке время на эвакуацию. Ты знал, что будут тысячи жертв. Не обманывай себя. Ты и сама убиваешь. Значит, дело только в количестве? Ты прав. Мы друг друга стоим. Даже не сравнивай нас. О том, что я сделал в Арасака Тауэр, я не жалею. Другие, может, в это и поверят. Но, по-моему, ты пиздишь. Тебе откуда знать? Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотела стать легендой Найт-Сити. Теперь я хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Может быть. А как это было? Когда ты умирал? Я чувствовал себя королем. Даже не думал о поражении. Не верил до самого конца. Только сейчас начинаю понимать, что умер. Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять. Микоша как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит. Просто не замечал этого. Со мной делали, что хотели. Я помню только холод, темноту и страх. Или это была твоя смерть? Зачем Арасака вообще построила Микоши? Был бы я в голове Сабура Арасаки, а не в твоей. Подкупая людей, промываем мозги, но только в Микоши ты можешь заглянуть им в душу, проанализировать ее и перепрограммировать. Они собрали там неплохую коллекцию. Все как один талантливые раннеры с убитыми душами. Наверное, их как-то используют, как-то контролируют. Власть над сердцами и душами. Вот зачем все это, как обычно. Корпорации всегда стремились управлять людьми. Амбиции Сабура еще больше. Он хочет управлять человечеством. Теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши. Ее не должно быть. То, что там творится, причиняет миру больше горя и вреда, чем все войны корпораций. Знаешь почему? Потому что они проводят опыты над человеческим сознанием. И в чем разница с подопытным кроликом у них в лаборатории? Тут дело в другом. Хуже всего, что они могут изменить твою личность, а ты даже не будешь знать, что стал кем-то другим.
Корпорации уже забрали у нас весь мир, а теперь тянут лапы и к нам. Ты понимаешь, что делаешь со мной то же самое, что Арасака в Микоши? Да, понимаю. Поэтому я хочу тебе помочь. Пойдем уже отсюда. Идем. У нас много дел. Идем.
мы не знакомы. Я Элизабет. Мы с мужем хотели бы предложить тебе разобраться в одном деликатном вопросе. Ты это сможешь. Можно спросить, кто твой муж и, собственно, кто ты? Я бы не хотела сейчас обсуждать подробности. Встреться с нами, и мы все объясним. Я уже сказала, это очень деликатный вопрос. А почему именно я? Есть какая-то причина? Мне тебя порекомендовали. И кто же? Я бы не хотела говорить по телефону. Мы можем встретиться и обсудить подробности. Да, давайте встретимся. Сейчас перешлю тебе адрес. Увидимся. Cyberpsychosis have skyrocketed in recent decades, despite improvements in manufacturing and design. But there is something new in the latest generation cyberware. Get ready for this, kids. It's the Black Wall. You aren't a runner yourself, or a co-jockey, you might not know, but the Black Wall isn't some mystical barrier floating somewhere in the deep net. It's actually a complex hardware-software infrastructure designed to keep AIs from accessing your gear, among other things. Maybe it doesn't work as well as Netwatch says. Maybe the madness of the deep net leaks over to our side from Blackwall from time to time. Drive some poor Jumbo right over the edge. And it's possible it doesn't really exist anyway. Maybe it's just something the media came up with. Look, I'm not saying there aren't attacks. I've seen a few myself. What I am saying is, there's a million reasons why one human might want to butcher another. Hell, we've been doing it for millions of years, even without cyberware. Парад скоро начнется.
Я буду ждать там же, где раньше. У стоек? Только не привлекайте внимания. Наверное. Ну хорошо, мне нужна твоя помощь. Давай встретимся. Спокойно, Панам, без паники. Что у вас там случилось? Помнишь Соло, старейшину моего бывшего клана? Да, вы вроде как поссорились. Теперь это не важно, он... Его похитили. Это не телефонный разговор, Ви. Просто скажи, где и когда. У меня сейчас камень с души свалится. Приезжай к Альдекальде, там все расскажу. Альдекальде? Я думала, ты от них ушла. А, долго объяснять. Просто приезжай скорее. Жду.
Mm-hmm.